Холостяки не сильно заморачиваются с приготовлением еды, поэтому суп не содержит мясные или колбасные продукты. В нем лишь необходимые овощи и вермишель быстрого приготовления, а также специи, соль. Суп готовится буквально за 20-25 минут и подается к столу с хлебом, сухариками, майонезом или сметаной любой жирности. По желанию овощи можете и не обжаривать, но тогда первое получится менее наваристым, более постным. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте указанные ингредиенты, овощи очистите от кожуры и промойте в воде. Промытый лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке с мелкими ячейками или, как и лук, нарежьте мелкими кубиками, отпассируйте прямо в кастрюле в растительном масле до румяности около 3-4 минут, включая умеренный нагрев. Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в кастрюлю к обжаренным овощам. Влейте воду, всыпьте соль и специи от вермишели, отварите суп примерно 15 минут. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Затем разломите в руках вермишель быстрого приготовления и добавьте ее в емкость, отварите еще 5 минут, добавляя в самом конце немного измельченной свежей зелени, зеленый лук, укроп или петрушку. Попробуйте суп на вкус, подкорректируйте при необходимости, затем разлейте в тарелки и подайте к столу. Холостяки любят суп с добавлением в него майонеза при подаче. Ставим лайк и подписываемся. Нам понадобится: вермишель 120 грамм быстрого приготовления, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, масло растительное 30 мл, вода горячая 1 литр, соль 0,5 чайных ложки, зелень 2-3 штук, зеленый лук, укроп или петрушка, количество порций 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Люблю вас, друзья, жду снова.